В 2015 году город Видное будет отмечать золотой юбилей. К знаменательной дате в планах городской администрации и Совета депутатов реализация нескольких проектов. Среди них и благоустройство Тимоховского пруда и посадка аллеи в честь 50-летия Видного. Работы по подготовке города к празднику начались с посадки деревьев на одной из главных улиц Школьной. Школьная улица – одна из главных в районном центре. Строить дома в северной части Видного начали, когда рабочий поселок еще не обрел свой нынешний статус города. Как только были возведены двухэтажные кирпичные дома, рядом посадили деревья, в основном липы. Один из старожилов города, житель улицы Школьной, он сказал так: «Привезли эти деревья, нас собрали всех жителей сажать деревья. Деревьев было очень много, и посадили их очень часто. Сказали, говорит, что потом, говорит, немножко разберемся с делами, пока город облагоустраивается, и мы, возможно, эти деревья разрежем, посадим. Но так как деревья привезли еще потом, эти деревья остались здесь». В течение десятилетий деревья росли, радуя горожан. Постепенно увеличивающийся поток автомобилей на проезжей части и время сделали свое дело. Некоторые зеленые насаждения погибли. Чтобы компенсировать санитарную вырубку, было решено посадить взамен утраченных лип молодые саженцы. Инициатором работ по озеленению стал избранный совет депутатов города 6-го созыва. Деньги выделены из местной казны. Вот это первое, скажем так, первый у нас выход. Здесь мы заменим деревья, которые, как я уже говорил, были спилены в связи с тем, что они были больными. И планируется дальнейшая посадка деревьев, кустарников, древесной растительности на территории города Видное. Молодые деревья и кустарники появятся в жилых дворах, там, где проводили благоустройство, и там, где просили сами жители. Кроме того, в середине октября задумано посадить аллею в честь 50-летия Видного от проспекта Ленинского комсомола в сторону троллейбусного парка. Так что свой золотой юбилей, подготовка к которому началась загодя, город-сад должен встретить во всем великолепии. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.